Всем привет! И сегодня мы приготовим домашние пельмени. Для этого нам понадобится фарш, яйца, перец горошком, мука, вода, лук, чеснок, подсолнечное масло. Сначала замесим тесто. Добавим в посудину 2 яйца, 2 столовых ложки масла, стакан воды, 3 стакана муки, 1 чайную ложку соли. Замесим довольно тугое тесто, оборачиваем все пленкой и ставим в холодильник отдохнуть на полчасика. Тем временем делаем начинку. Натрем на терке лук. Мелем в ступке перец горошком до состояния порошка. Добавляем в фарш перец, лук и выдавливаем несколько зубчиков чеснока. Не забудьте посолить. Хорошенько вымешиваем фарш. Наше тесто отдохнуло. Делим его на 4 части. Тонко раскатываем 2 части. На нашу пельменницу кладем один блин. Далее в ячейки фарш. Накрываем другим листом теста. Проходим хорошенечко скалкой. И получается 37 пельменей. С обрезка выходит еще 2 куска. Всего получается 111 пельмешек. 3 раза по 37. Кипятим воду, засыпаем наши пельмени, кладем в тарелку, можно добавить немного сливочного масла и в качестве соуса подать сметану. Всем приятного аппетита!